Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. За атакамси опять замовчали. Атакамси однозначно нужны, потому что до Украинского моста, наверное, штормшедоу пока, по крайней мере, не доходит. Вернее, штормшедоу вообще по Криму не используется. Это еще одна политическая проблема. Так, ми з вами про це говорили, і, власне, ну, ще про Кримський міст згадаємо. Пане Романе, по фронту рухаємось далі. Є повідомлення, що 71-ша мотострілецький полк Росії втік з-під Роботино і залишив свої позиції. Відповідно, один з флангів, нам невідомо який, для нас відкрився. Така сама ситуація проблемна біля П'ятихаток. Ми ж рухаємося біля П'ятихаток в бік Жеребянки. Я так розумію, Жеребянка ось тут. І далі це буде контрольно-пропускний пункт Васильівка. Як ви вважаєте, найближчим часом ми можемо розвивати успіх саме на Оріхово-Васильівському напрямку? Общее направление на работе из-под Орехова – это направление в сторону Токмака. То есть это понятно. Это на юг, восточнее Токмака, само движение. Работина, мы уже находимся на некоторых позициях в Работино, то есть мы уже туда зашли и дальше продолжаем двигаться. В Работино работает каламбур. Работает артиллерия наша очень мощно, очень эффектно, эффективно, потому россияне и уходят, потому что выдержать огненный вал, который сейчас сыпется им на головы, а нам как раз, вот как россиянам выгодно проводить боевые действия в районе Луганского направления, ближе к своей границе, так нам выгодно с точки зрения поставок, логистики, работать артиллерией, снарядами, артой в районе Орехова, потому что это ближайшая точка к нашим складам, ну то есть к европейским складам, по крайней мере, скорость доставки боеприпасов именно сюда, так она оптимальна. Почему здесь большое количество и техники западные, потому что как раз оптимальный вариант и движение понятно. Так вот, россияне не выдерживают того количества боеприпасов, которые им сыпется на головы с наших дальних систем поражения, и уходят из-под Работино в том числе. Движение в сторону Пятихаток, в сторону Васильевки, оно тоже понятно. Сами по себе Пятихатки – это неудобный рубеж ни для наступления, ни для обороны. Они находятся в такой улоговине, в низине, а на высотах, господствующих высотах, пока еще находятся россияне южнее Пятихаток. Потому сам по себе рубеж, он нашими войсками будет пройден, и мы будем двигаться дальше на юго-запад, это в сторону Васильевки. Это общее направление в сторону Запорожской атомной станции и западнее Токмака. То есть направление на юго-запад, вот оно будет приоритетнее. Приоритетнее, чем Пятихатки, и дальше выходить на высоты. Высоты надо обойти, потому мы сейчас начали обходить на юго-запад вот то, что... О чому зараз говорити? Ну, появилося від ГУР повідомлення, що додатково щось мінують на Запорізькій атомній електростанції. Ну, але нам, напевно, пан Роман, проговорювати зайве. Ми вже не раз про це згадували, що... Да, проговорювали. Да. А по Криму. У нас є інформація по Криму. Передає британська розвідка, що насправді реально готуються росіяни до того, аби обороняти захоплений Крим. Є фото-відео, що реально тепер будують фортифікаційні споруди на цьому півострові тимчасово окупованому. І, до речі, вчора, 8 липня, офіційно вперше вустами Ганни Маляр, Міноборони України, зізналося, що ми таки атакували Кримський міст минулого року. Що відомо по Кримському мосту? Далі йдуть затори. Якщо ми з вами говорили, що затори були з боку Тамані в бік на тимчасово окупований півострів, тепер є затори в зворотньому напрямку. І РІА Новості російські повідомляють, що десантні кораблі, які вони туди підкинули, будуть евакуйовувати і машини, і туристів в порт Кавказ. Він десь тут знаходиться. Як ви вважаєте, це може створити проблеми взагалі загалом по пересуванню, переміщенню по Кримському мосту? Ну, для военной техники нет. Дело в том, что военная техника идет железной дорогой. Почему я постоянно говорю, нужно уничтожить Крымский мост для того, чтобы перерезать 30% трафика, военного трафика по этой магистрали. Ну, а в качестве сарказма можно говорить о том, что ротация отдыхающих затруднена. Да, потому вот эта ротация у них, конечно, у них это будут проблемы пропустить туда и обратно по Крымскому мосту такое количество уже отдохнувших и еще
не настелфившихся под взрывами отдыхающих российских, это будет, конечно, проблема. Потому они подключают десантные корабли, что угодно, паромы, им же паромы никто не продает, реально не продают. То есть они на паромную переправу не могут найти нигде паромов. Потому подключили десантные корабли. Но под видом, во-первых, движения и десантных кораблей, они могут туда перебрасывать военную технику, прикрывающиеся гражданскими. Теперь самое интересное. Сейчас мост Крымский прикрыт гражданским населением. То есть они, получается, за счет живой массы российских отдыхающих, они прикрывают Крымский мост. Вот какую задачу выполняют, реальную задачу выполняют российские власти, которые эту ротацию уменьшили по Крымскому мосту. Они собрали с одной и с другой стороны пробки и создали живой щит Крымского моста. И вот теперь представьте, когда, если, допустим, вопрос решать по уничтожению Крымского моста, россияне могут провести какую-нибудь акцию, то есть подставить наши войска, наших ракетчиков, ударив по своим, по живому этому щиту. Они сами ударят. Блуждающий миномет, какая-то ракета, неважно. Но потом будут показывать, как украинцы бьют по отдыхающим, мирным, которые пытаются выехать из Крыма. То есть создать такую провокацию на весь мир, вот они сейчас, по-моему, как раз мы видим эту подготовку к этой провокации. Ну, власне, так, і, до речі, справді так. Я згадав, от ви розповідаєте про те, що вони прикриваються, а я згадав, що ми вчора показували, що біля Олешок вони теж, це лівий берег, ставлять РСЗВ. Так.